С вокзала и сразу на стадион. Позади всероссийские соревнования в многодневной гонке и первый тур первенства России. В копилке выборгских гонщиков несколько медалей, но расслабляться рано. Впереди соревнования в Тольятти, где определят лучших велосипедистов страны. Штормовое предупреждение – не повод отменять тренировку. 2 часа под проливным дождем. Обычно в такую погоду спортсмены занимаются в помещении на электронных тренажерах. Сегодня наматывают круги по стадиону. В городе из-за непогоды отключили свет. Разминка закончилась, перестраиваемся с командой. Антон Втюрин на последних соревнованиях был в числе лучших. Именно он принес команде Ленинградской области несколько побед. А заниматься велоспортом молодой человек начал относительно недавно, 5 лет назад. Сегодня мечтает о спортивной карьере и метит в тренеры. Когда у тебя каждый день какой-то старт и какая-то гонка, главное не сломаться, настроиться на каждую, проехать хорошо. Тогда будет результат. Физическую же форму помогают поддержать ежедневные тренировки утром и вечером. Те, что проходят на шоссе, длятся от 3 до 5 часов. Условия практически идеальны. Даже по тому же покрытию, по асфальту. В основном всегда горожане жалуются, а они просто не были там в каком-нибудь Орле или в Ижевске. Там иногда на тренировку просто не хочется уезжать, остаешься на станке, на тренажере, потому что ну, ехать нереально. Рельеф у нас в Ленинградской области в основном ровный, мы его называем «стол». Раз в год на сборы покорять вершины. Раньше выборгские велогонщики колесили по горным рельефам Кипра. Теперь 1,5 месяца тренируются в Сочи. У нас нет такой цели доехать. Мы всегда боремся за медали. Секрет успеха, мне кажется, это отношение к своему делу, как тренеров, так и спортсменов. Каждый мальчишка, когда приходит, он сначала приходит покататься, ну, посмотреть, а потом ему это нравится, и он видит, как живет этот вид спорта, видит профессионалов, ему это нравится, и он, естественно, мечтает стать профессионалом, проехать Тур де Франс. До самой известной и престижной велогонки мира выборгским спортсменам пока далеко, но все к этому идет. 5 бывших воспитанников школы «Фаворит» уже выступают за сборную России. Полина Яйкова, Эльмира Низамова, Дмитрий Чедия. Последние известия. Выборг.